Этого дня, 4 августа 2018 года, болельщики из Магдалиновки ждали давно, готовясь увидеть свою родную команду на уровне чемпионата страны среди аматоров. И вот этот день настал. В гости к флагману футбола Днепропетровщины последних лет прибыла Таврия из Новотроицко-Херсонской области. Крепкий коллектив, участвовавший этой зимой в Кубке Приднепровья, где сошел с дистанции на стадии четвертьфинала. Для местных болельщиков футбол всегда праздник. Программки, афиши, радостные лица на трибунах. Для полного счастья оставалось дождаться победы любимой команды в ее дебютной игре на всеукраинском уровне. Увы, но этого не произошло. Может быть, команда перегорела, возможно, где-то недонастроились. Но привычную агрессивную игру магдалиновцы в этот день показывали далеко не всегда. К тому же наложили свой отпечаток и ошибки в центральной зоне, в результате чего к 36-й минуте гости повели со счетом 2-0. Мы не первым номером играли. Мы сознательно построили игру на контратаках, низко не садились, потому что нас могли выжать. Вот, и ловили команду соперника на контратаку. Впрочем, еще до перерыва хозяева провели один ответный мяч. Автором исторического гола стал Антон Шарко, подкарауливший отскок. Во втором тайме гости играли по счету, в то время как магдалиновцы пытались использовать стандарты. Однажды даже забили после розыгрыша углового, но раньше прозвучал свисток. Ну а Таврия, не мудрствуя лукаво, использовала свой шанс, который просто-таки подарили сопернику оборона ВПК «Агро». Грех таким подарком не воспользоваться. Впрочем, за 13 минут до окончания матча у хозяев появился шанс на спасение, когда Михаил Коломоец эффектно замкнул навес с угла поля. До финального свистка ВПК «Агро» искал счастье у чужих ворот, но отыграться магдалиновцам в этот вечер суждено не было. Команда Сергея Соловьева стартует в чемпионате страны с поражения 2-3. Наверное, что-то сегодня не так пошло. Да, мы сегодня провалили в первую очередь игру в опорной зоне. Мы 3 раза обрезались, 3 гола получили. Поэтому ну, будем разбираться. По горячим следам не хотелось бы каких-то там делать выводов. Сейчас спокойно проанализируем, переспим с этим. Ну, будем дальше двигаться.